Эй, всем привет, 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 с вами Лави Гейминг Рус, и мы продолжаем играть в маленьких кошмариков. Теперь мы на новом канале, это практически наш старый, но теперь новенький чуть-чуть. Так, ты помнишь, что нам здесь делать? Нам нужно спасаться от Большерука, да? Мы как раз от него сбежали, и теперь ползем по книжным полкам наверх. А нет, у нас же здесь пианино будет, точно. Вот мы даже здесь уже свечку зажигали, да? Что, давай перепрыгивать на пианино? Он заметил нас. Конечно, он заметил нас. А он очень длинный. У него очень длинные руки, страшные, он коварный такой. Вон он, кстати, сверху спускается. Красивый такой. Пойдем за ним. У нас... Думаешь? Думаю. Я забыл просто, как ползать тихо. Поэтому он нас сейчас не съел с тобой. Вон он там книги выбирает. Видимо, выбрал себе книгу. Ладно, пошли наверх, полезли. Тихо, тихо, тихо. Стараемся здесь не шуметь сильно. А то у нас может и схватить. Съесть. И съесть. Точно, он же сейчас тут шариться будет. Ой. Пошел искать. Бежим отсюда. Это ты делала? Встречимся. Он нас унюхал. Не надо было так шуметь-то. Что такое шумное было? Это не я. А кто? Ты все уронил, а? Да, я все поронял там чуть-чуть. И он нас поэтому заметил, думаешь? То есть нам нужно быть очень-очень тихими. А я думал, он знаешь это, он нас не слышит и занят книгами, чтением. Ну, теперь понятно, все, будем очень-очень тихими. Да? Говори. Хорошо, не буду. Че он там ищет? Какие-то склянки. Склянки? Какие есть осклянки? Когда они ему по голову, он раз... А я пойду свечку тогда зажгу, смотри. Я здесь свечку могу зажечь. Нас так заметит. Он нас так заметит. Подожди, я зажег свечку. Он нас так заметит. Да! Мы разбили. Мы упали с полки и разбили. Себе губу и нос. И нос. Ладно. Кровь. Нет, это краска красная. Нет, кровь. Краска красная. Пошли, полезли наверх. Все из-за того, что мы свечку решили зажечь. Давай скинем кубик ему на голову. Давай. И вот это еще скинем. Мы все будем скидывать. Ой, мы сами спрыгнули тоже, да, не получилось. Да. Ну-ка, выбирайся от него, шестая, или укуси его. Чё на его не кушает? Да, он закричал все. Отойди, отойди от меня, девочка, как смеешь? Ты что, такая паучистая? Надо научиться кусаться. Интересно, как...
А еще я люблю пауку с полетом. Когда паук вот так, вот его укусил. И он вот таким стал еще. Ему все замотал. Понял? Ну пускай там еще что. Хватит, конечно. Но мы уползли в другую комнату. Здесь мы нашли ручку. От телевизора, да? Как его брать-то? Ой, смотри, мы на самый верх куда-то полезли. Что мы здесь делаем? Знаешь, я попала в эту игру, я та самая девочка. Я та самая девочка. Я та самая девочка, понял? Я та самая девочка. Нам нужно как-то, знаешь... Нам нужно спрятаться, чтобы он нас не заметил, и как-то пробраться из этой комнаты. Из этой комнаты. Убежали. Включили ему телевизор, сами убежали. Еще нас не заметят. Обдурили его. Мы его обдурили. Пускай смотрит телевизор свой. Глупый-глупый длиннорук. Вот зачем нам. Вот эту штуку нужно вставить, да? Он за нами бежит. Пока, длиннорук. Мы сбежали от длиннорука. Как же поезд? Где же поезд? Мы задохнулись. Задохнулись. Это он специально нам ловушку подстроил. Думаешь, он специально нам ловушку подстроил? Да. Чтоб мы потом упали. Специально. Ну давай тогда тележку покатаем. Газ, наверное, очень сильный или вонючий, или горячий. Как ты думаешь, он вонючий или горячий? Он вонючий. Фу, какая мерзкая. Он же голодяга. Ой, как воняет. О, мы поехали на тележке. Как воняет. Фу. Все, пошли дальше. Теперь мы сможем открыть дверь, да? Кстати, кто-то кричал вот так. Ва! Нет, нам нужно тележку сюда притащить, представляешь? Заодно защитимся, если что, от длиннорука. Все. Теперь мы можем прыгнуть с тележки на ручку и открыть ее, да? Поехали назад. Да!
улетели с тобой. Да. Никуда, почему так? Улетели. Надо было крепко держаться. За что, за ручку что ли? Да. Двери? Да. Какая странная игра, да? Открыли дверь и улетели. Никуда. Мы улетели туда, где он нас валит. Понял, Жень? Да. Поехали, тележка. Сейчас будем опять дверь открывать. В пропасть. Дверь в пропасть. Это дверь там, где он валит кассу. Из детей. Из крови. Ой, не долетели. Нет, не нет, доехал не надо, не надо. Вдруг мы будем в кассе в крови. Там, да где нет. Он детей валит. Он там детей валит. О, все. Там детей валят. Вот, едешь там. Видел, там кто-то ездит на какой-то поварёшке. Ну да, а потом он их спускает и валит. Оу, мы опять в какие-то катакомбы с тобой проникли. Ну да. А вдруг он сюда появится? Он может здесь появиться, но здесь так там слишком маленько. Я думаю, он здесь не пролезет. Давай зажгем. Он вот так потом. Что мы будем с ним делать? Я не знаю. Это же голова! А как мы будем пролазить? Не знаю. Надо как-то обжечь его руку. Это дядя! Посещает детей! Так, он сверху ползает, у него рука. Ой-ой-ой, я пробрался сквозь него, смотри. О, а мы можем это покушать, нет? Ой, бежим! Бежим! Какие у него длинные ручища! Сейчас когда жмут него! Да? Он везде нас ищет! Валить моей. Куда нам лезть-то? Я не знаю. Ему мы попались. По-моему, мы попались, Женя. Похоже, нам сегодня будет конец. Конец? Может быть. Уже конец нам. Нам уже конец. Все равно мы опоздали. Нам уже конец этого. Понял? Совсем конец нам. Нам уже конец. Нужно что-то сделать. Лиска. И укусила руку так. Что будем делать, Лиза? Не знаю. Похоже, у нас время кончается.
Ой. Сейчас у нас как хватит, да? Надо что-то найти. Сейчас у нас как хватит, да? Нам, наверное, как-то вот за эту решетку пробраться. Но я не знаю как. А там пропеллер. Сейчас его как зажмут, а? Так он не зажимается. Видишь, я все жду, чтобы его зажали руки. Он никак не зажимается. Как будем с ним справляться? Нужно эту решетку разгромить. Ай, все, поймал нас.